что происходит? Я пытаюсь просто выдавливать из себя позицию. Я пытаюсь заблокировать снова. Нет, подожди. Ты... Он, ты давай, научи меня. Смотри, он давай. Просто чувствует твой страх. Так, а ну давай ты. Андрей. Второй страх. Он и мой страх. О, он в другую сторону. В эту. Я в эту должен блокировать? Нет, вот. Ладно, разберемся. Поехали. Мы сейчас находимся возле стенда Брокел Биожидкости, они же и являются официальными представителями Сигелея в Украине. Сейчас начало выставки, хоть музыка играет громко, но людей пока мало и не так нападено, поэтому можно поснимать какие-то разговорные тексты. Ну что ж, давайте вы сейчас расскажете, что же вы такого на эту выставку нового привезли, что у вас появится? Так, ну первое, что у нас появится, это Snowwolf 200 Watt Plus. Это вот у Саши он уже есть. Ждите у Саши на канале обзор. Саша выхватил черный крутой. А остальное больше для поклонников вот классики, тех, кто помнит эти первые Snowwolf'ы. Это вот тот же самый дизайн, но только уже в новом формате. Очень прикольное устройство. И, к сожалению, не успели к нам приехать спектрумы. Задержались они чуть-чуть на таможне. Это новое устройство, там Саша где-то здесь или здесь, там где-то вот на тут. Экране вот, все будет. Вот тут ставит картинку со спектрумом, и он, Саша, поедет уже в понедельник. Скорее всего, мы тебя отправим, во вторник он будет у тебя. То есть, смотрите, обзоры спектрума, очень крутая штука, инновационная. Вам понравится. Да, в общем, если что, переходите по ссылочке в описании, там можно все заказать. Как и говорили ребята с России, тоже в Россию тоже можно доставить, насколько я помню. То есть можно даже заказать из России, из СНГ. Все, погнали дальше по выставочке, еще чуть-чуть пробежимся, поснимаем каких-то разговорных текстов. Пока. Давай, все, давай. Краба, давай, давай. Ну, находимся возле стенда Vape Gear жидкости, и вот один из их партнеров, как я понял, сделал мех, то есть сделал именно он, и он сейчас о нем расскажет. Мех называется Axiom. Пардоньте. Вот, сейчас мы позадаем вопросы. Первое, что где делался этот мех полностью, вот от начала до конца? Мех делается в Чернигове. То есть я его изобрел, так сказать, конструктив, ну, где-то что-то, может, взял, где-то доработал, чтобы не было никаких проблем, допустим, с раскручиванием кнопки, когда все вылетает и магниты летят. Ну и конструктив, по сути, простой, но традиционный для удобства, создан для ежедневного. Отлично. Диаметр посадки атома на него? Посадка 24 миллиметра. 24. Материал, из которого он изготовлен? Он изготовлен из безоловянной бронзы. И, соответственно, из-за этого он достаточно долго не окисляется, ну, намного дольше, чем медь или латунь. Как считаешь, этот мех для компетишн, допустим, подойдет ли для выступления на клауд-контестах, чтобы можно было вот с ним победить? Ну, поконкурироваться с ним другие мехмоды могут, но, в принципе, я думаю, он достоин для того, чтобы пойти на клауд-контест. Планируется ли дальше развивать мехи вот в Украине, вот лично от тебя? Да, да, конечно, в планах уже и есть прототип второй версии, которая, ну, очень интересная по конструктиву, я думаю, что пока что таких аналогов, ну, еще нет. Ну, я скажу, аналоги на самом деле есть, но соотношение цена-качество здесь будет гораздо приятнее. Допустим, скажи, сколько сейчас на выставке стоит этот мех? Скажи в гривнах, я уже там где-то напишу, в долларах и в рублях. Ну, розничная цена ему 1150 гривен. Вот. Ну и, возможно, из-за, ну, цены материала она будет варьироваться. Если у кого-то заказ может подметь, тогда она будет, соответственно, дороже. Отлично. Ну, я смогу сказать, что я видел уже вторую версию, прототип тот. Там
по идее, еще его доработают, так, чтобы вообще было классно. Поэтому показывать его, думаю, не стоит. Ну, он сырой еще. Вот. И обязательно наверняка потом будет обзорчик на него. Не знаю, когда он выйдет, не выйдет. В общем, а на вот этот мех Axiom у меня на канале будет обзор. Так что ждем. Вот, погнали дальше.
Мы сейчас подошли к стенду Bond Shaker, и сейчас нам расскажут о двух вкусах, которые есть в основной линейке, и, возможно, даже расскажут о третьем вкусе, который эксклюзивно для Enjoy Smoke. Ну что ж, давай, представься, расскажи о двух вкусах, которые вот появились у тебя в основной линейке. Владислав, меня зовут. Что касается наших новых вкусов, это два вкуса, которые мы подготовили к теплому периоду. Первый – это тропический вкус банан с ягодами. И вот там есть один такой нюанс, который банан и клубнику делает совершенно новый, совершенно другой. Monkey Bar называется. Надо пробовать. И второй вкус – это Lowrider. Это холодный цитрусовый лимонад. Вот, отлично. А что для Enjoy'а было сделано за новая жижечка? Сейчас. Вот она там стоит, в металлической бутылочке. Вот этот вот вкус был сделан эксклюзивно для сети магазинов Enjoy Smoke. Это тоже холодный фруктовый вкус. Здесь очень интересный продакшн, здесь алюминиевый флакон, здесь гравировка. Это наша проба пера в этом формате. В принципе, это предмет для коллекционирования в какой-то мере, потому что этих флаконов выпущено ограниченное количество, и, соответственно, к ним возвращаться мы уже не будем. Поэтому у вас есть возможность в сети магазинов Enjoy Smoke, это два магазина в Киеве, Масса в Харькове, в Днепропетровске, Паровая. Можно их, собственно, приобрести и оставить для себя как предмет для коллекционирования. Отлично. Как скоро планируется еще расширение линейки? Пока в планах нет. Возможно, будут какие-то дополнительные линейки. Возможно, как-то еще. Но мы в любом случае на месте не стоим. Мы планируем развиваться дальше. Но не знаем, вширь или вглубь. В общем, я понял. Увеличение тары планируется? Увеличение тары именно в формате Bond Shaker нет. Мы останемся в 30 миллилитрах. Так, наверное, будет, ну, по крайней мере, в ближайшее время точно. Отлично. Спасибо большое, это был Bond Shaker. Бла-бла, погнали дальше. Шарик, и тот, кто ловит, выходит сюда и получает приз. Ну так, чтобы вы на пол, например.
Теперь я буду. Давай. Так. Следующий тоже идет еще один 521 мини-даф. Кто его поймает, вот сейчас Ковальский бросит. Все, куплено. Готовы? Да, что? Кто? Вот только кепки не срывай. Заходи. Вот, можете на сайте Койл Мастера глянуть, а сейчас вот кровачку. Готовы? Давай. Хорошо. Молодец. Баскетболист видно сразу. С высокими сложнее тягаться в этом плане. Ну да, конечно, такой бы не поймал. Шарик дать? Держи. Давай. Давай дальше, да? Это ты сейчас западал какому-то стенду, да? Ой, и все, и снесли его на него. Давай сюда. Шарик. Отлично, держи. Отлично. Так, сейчас мы определимся со следующим призом. А кто что больше хочет? Набор для намотки или коврик от Койл Мастера? Намотку. Набор? Коврик, набор. Блин, ладно, давай, смотрите, ковриков просто несколько, набор сейчас один, сейчас, завтра будет еще. Давайте сначала разыграем, наверное, один коврик хотя бы. Давай. Вот такой вот коврик от Койл Мастер, и сейчас его кто-то... И можно укрываться, в принципе, если холодно. Да, в принципе. Да. Оп. Кто? Иди сюда. Мы сейчас тебя завернем в него, как в этот, как в фильме. «Игра престолов». Ковер. Шкурка. Давай, шарик сюда. Повернись. Отлично. Ну, давайте, ладно, еще один ковер. И... Самолет прям. Готовы? Саша оплатался. Оплатался ковром. Вот это ты сейчас, вот это все, по на стенду. Я не знаю, сейчас мне не снесли, не снесу. Кто заработал, кто мячик получил? Тащи сюда! Так он в принципе и мог, он же поймал. Ладно. Держи. Так, ну что ж. Так, на сегодня от Койл Мастера еще есть Койл Мастер Дайкит третьей версии. Такой вот новенький запакованный. Стоит 50 с чем-то в Китае, не говоря уже про Украину. И сейчас с помощью руки Ковальского определиться, куда же он идет. На руки и садите на плечи к ней, и все, и вперед. Девушек! Девушек, конечно, не девушки, мальчик. Тут, в данном случае, победила смекалка. Держи. Отсюда еще? Да, тут на камеру. Есть что-то еще? Так, да. И еще. От компании «Смок». Да, в этом году, к сожалению, не так много призов прислал. Но я так постарался разбить на два дня и благодарю еще что-то отдать. Будет сейчас кто-то выиграет Smok Skyhook RDTI, черненький. Разделил на два дня. Вот, приходите обязательно завтра за шарой. Думаю, кто-то еще поймает, не пожалеете. Все, всем удачного. Можем взять вам пакет Синько. А я пакет заберу, мне еще нести завтра подарки. Мы подошли к стенду вот Trigger. Здесь они расположились совместно с другой компанией. И сейчас вот они расскажут, что они нового сделали. Жидкость Trigger давно уже существует. Напомню то, что это все идет перепаковочка. То есть
как, они заказывают в Америке жидкость, под них ее специально разрабатывают, они привозят сюда, брендируют ее под свой бренд Trigger и здесь продают. То есть это американское качество, но вот с их упаковкой, и этого даже не скрывается. У ребят еще появилось несколько разных линеек, сейчас они вкратце вот расскажут о них, что же появилось. Да, и генеральный спонсор Vape Trade Expo Боржоми. Спонсор второго дня. Это важно. Вот. Ну что ж, представься еще раз, наверное, и расскажи, что же у вас такого интересного появилось. Дмитрий меня зовут. У нас появилась новая тридцатка. Вот, это 7 вкусов. На любой вкус, на самом деле. В основном фрукты. Вот. Мы закончили торговать нашим известным уже полтинником, да, вот 50-ка. Запустили еще одну 60-ку ФТМН. Как она называется? ФТМН, это фетамин. И сколько вкусов в этой линейке? Сейчас 4, но через буквально 2 недели будет их 7. Давай по стоимости пробежимся. За вот 30-ку, за старую линейку и за новую. Смотри, 30-ка сейчас стоит в продаже в магазине 200 гривен. Наша прошлая линейка в полтиннике стоит 360. И 60-ка ФТМН стоит 350 гривен за 60 миллилитров. Напоминаю, это все жидкости, ну, действительно премиум-класса. По крайней мере, вот до 30-ки в Харькове, когда я был в Пьюабаре, все это проходила дегустацию общую, то есть людей. Я ее тоже пробовал. Очень вкусный жижончик. Там вообще есть жижки, которые зашли на 10-ку. Это там дынька. Я вот не помню с чем. Но вообще очень классно было. Ну что ж, хорошо, спасибо большое. Мы побежали дальше. Давай, пока.